А можно я через пару дней переведу? Вы мне пока отправите. У меня просто зарплата через пару дней. Конечно, можно, без проблем. Я подожду, мне не к спеху. Но отправляю я только после полной оплаты. Как деньги придут, я вам сразу отправлю в тот же день. К отправке все готово. Но мне надо срочно, это же подарок. Хорошо. Смогу отправить в течение часа. Но только после полной оплаты. Вам осталось оплатить 900 рублей. Но у меня нет. Можно я оплачу 400, займу у подруги? Можно, но отправка будет после полной оплаты. Проходит еще час таких же диалогов и ухищрений, и мне переводят 900 рублей. После такого на недорогие и быстро изготовляемые заказы я беру только 100% предоплату до начала работы.